Что? Да, брат. Здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Марин Мирою. Очень приятно. И в особенности потому, что у меня имеются к вам конкретные вопросы. Да? Грик. Брата тебе или не брат? А если уж брат, то имею право задавать вопросы. Да. Сударь, да, объясните мне, что произошло здесь сегодня ночью? Грик! Да, что произошло? Сударь, потому что здесь явно что-то произошло. Сударь, ну, ни к чему так волноваться, сударь. Эта девушка, которая называет себя моей сестрой, и от которой я отрекаюсь... Грик! Сударь, вы слишком суровы. Эта девушка вчера вечером покинула меня. Сбежала. И вот, я нахожу ее здесь, в вашем доме, потерявшую голову, сбитую с толку, бредящей. Что вы с ней сделали? Сударь, как вам объяснить, что произошло ночью? Вы ее напоили. Нет, сударь, не подумайте. Ну зачем? Для чего? Я не понимаю. Сударь, прекратите, пожалуйста, успокойтесь. Я хочу сказать, я имею честь просить руки вашей сестры. После того, что произошло, руки мои.